О перспективах возобновления авиасообщений между Россией и Египтом говорили сегодня парламентарии двух стран. Делегация наших законодателей прибыла в Каир для обсуждения самых важных тем сотрудничества. По словам председателя Госдумы Сергея Нарышкина, оба государства заинтересованы в полном восстановлении экономических связей, включая авиаперевозки и туризм. Однако, чтобы полеты вновь стали возможными, необходима полная гарантия безопасности наших граждан. По заявлениям египетской стороны, определенные договоренности уже достигнуты.